Здравствуйте, меня зовут Усманова Фериде. Мне 20 лет. Я студентка Крымского инженерно-педагогического университета. Являюсь неоднократной чемпионкой Крыма и университета по армрестлингу. В свободное от учебы время я преподаю народные промыслы детям дошкольного и школьного возраста, а также занимаюсь авторской сувенирной продукцией. Мои знакомые часто спрашивают у меня, зачем тебе кому-либо что-либо доказывать? Неужели тебе мало того, что у тебя уже есть? Я соглашаюсь с ними и киваю им в ответ. У меня действительно очень интересная и активная жизнь. Я получаю удовольствие от каждой минуты своей жизни. Я занимаюсь любимым делом. И я хочу, чтобы такое же удовольствие от своей жизни получали и другие. Что же нужно студенту для счастья? Наверное, чувствовать себя взрослым. Взрослость студента, наверное, отличается от школьного возраста тем, что он независим, в том числе и финансово. Студенты устраиваются на работу, прогуливают учебу, а затем отрабатывают пропуски по учебе, прогуливая работу. Что же с этим делать? Это же замкнутый круг. Есть ли выход из этого положения? Я думаю, что выход есть. Университетский бизнес-центр. Это то самое место, где каждый может найти свое первое рабочее место и свою первую зарплату, не отрываясь от студенческого и учебного процесса. Что для этого нужно? Совсем немного, всего несколько шагов. Вместе, потому что именно вместе мы сила. Сильная команда, сильный Крым. Голосуй за Усманову Фериде. Я жду твой голос 12 марта. Твой выбор сегодня, наше будущее завтра.